Хей-йоу, с вами Шумики, мы продолжаем пройдите руку под названием Dark Souls 2. Окей, на чем мы вообще там остановились? Если не ошибаюсь, мы остановились на том, что мы победили в могиле святых крысу-гвардейца, да? Да, в гробнице. И мы открыли еще с вами... У нас есть два варианта. Сейчас пойти в крепость, либо пойти в помойку. На самом деле, я даже не знаю, куда идти. Давайте сходим. Ну, в принципе, мне нечего терять. Хотя там нужно с факелами ходить в помойке. А здесь крепость. Помойка либо крепость? Помойка либо крепость. Ладно. Сегодня у нас с вами крепость. А, я пересмотрел видео. Помните там, что когда я поднимался наверх обратно, к костру этому, какая-то херня появилась. Я пересмотрел, оказывается, это вот этот красный фантом. Странно, что он нас теперь не нападает. Душа летит. Пак, 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 пак. Отлично. В смысле, в меня попали? Черт. Вот и черт. Поехали. Тут херня в чем? Мне нужно... забайтить не собак, а мне нужно забайтить фантома, чтобы он ко мне подошел. То, что с одной стороны я понимаю, что я мог пойти туда, но... я вам посрать. В смысле, тут что-то было? Прикольно. Самоцвет жизни. Неплохо. Блин, как бы мне так сделать, чтобы я еще не упал? То, что падать я вообще не хочу. Во-первых, псины. Во-вторых, фантом. Ясно, бочки пустые, их нужно только огнем взорвать. Как вы помните... вот что у них со спринтом бега? О, здорово. Ай-яй.
взорвался. Ох, мана, там еще одна ходит. Ну, где же ты там? Жалко, что здесь сейвы нельзя делать, ё-моё, я бы не спрыгнул, ей-богу. А, я понял. Это был не красный фантом. Это был вообще нихера не красный фантом. А если не хочу с ним сражаться? Я думал, это помните, тот берсерк, фантом красный. Я тебя не увидел. Так, наша сейчас цель взорвать бочку так, чтобы мне взорвали стену. Но тут снова вопрос у меня: взорвется ли стена? Ну и? В чем проблема? А, я понял. Приятель, я, конечно, ни на что не намекаю. Ну давай мы не будем с тобой драться. Ну, допустим. Ой, а чё мне этот? Так, стой. О, нормально. Я не пойму, почему бочка не взорвалась? Можно ли я отсюда вытащить? Ё-моё, по-любому можно ж. О. Тихо. Хоп. Вот так вот. Изи. Пизи. Как же тухо. И откуда тухо берутся такие неподатливые? Хм, какая дикая попалась заготовка. Принимай форму. Кому говорю? Ага, вот так. Да, вот так и надо. Милый огонь, как же ярко ты горишь. Нужно заполучить новый уголь. Огонь. Милый огонь. Нужно заполучить новый огонь.
Так, приятель, надеюсь, ты на меня не налетишь, если я у тебя что-то возьму. Зашел ты, ебал ты. Железные стрелы, деревянные стрелы, да? Осколок титанита, нихера, 5 штук. Большой осколок титанита. No bad. Мне нужно тебе что принести, потому что ты сидишь на том, что я хочу открыть. Я понимаю, если я сейчас отдохну, на меня потом налетит куча всего подряд. Так, а где я тут вообще? Подождите. А, я вспомнил, мы здесь с вами двух этих врагов видели. Ну, босса. А поблизости здесь у Каэта, да, костер? Безымянного. Сумеречная трава. Это зелененькая травка, да? У нас, кажется, она есть или ее у нас нету. Не, подожди, это другая трава. А, сумеречная трава есть, я ее в этот кидал. К себе. Ох, эти ж рыцари. А, ну ладно. Да уж. Ладно, у меня 6 флясок есть. Там тоже проход есть? Я там был? А, тут закрыто. Точно. Я и забыл. Короче, с 2-3 ударов я их убью. Так, колокол. Но опасные места все равно. Ударов тоже достаточно. Самоцвет жизни.
три удара должно быть, нет? Ну ладно. Доспех королевского мечника. Снаряжение. Доспех королевского мечника. Такие доспехи носили королевские мечники. Благодаря своей форме он отлично защищает, не сковывая движение. Никаких украшений, этот доспех создан для боя. Для войны с гигантским королем. А, это уже было. И был типа один из самых храбрых, но броня им не помогла это. Да, я в курсах насчет этого места. Так, и у нас снова же, как я и говорил, две развилки. Одна к боссу. Так, окей. О, у меня сейчас 7000. Это он типа мог сейчас мне парирование сделать спереди? Я бы вошел в туман. Однако я не хочу. Потому что, во-первых, костер очень далеко, у меня 8000. Мне до аппа нужно сколько? Или тут так не пишет? А, не, есть. 6400. В принципе, я уже подняться по уровню смогу. Ну я просто понимаю, насколько это место опасное. У меня просто желания туда вообще нету никакого идти, понимаете? Особенно я в курсах насчет вот этих челиков. А, так тут, подожди, тут лестница была все это время. Душа гордого рыцаря, человеческая фигурка. Тогда это получается даже не обязательно. Хотя нет, обязательно сражаться. Но снова же, я пока добегу до этого босса, я охереешь. Знаете, и вариант. Ты упадешь и умрешь. Ну, ты понимаешь, что, скорее всего, да, ты упадешь и умрешь. Ну, в принципе, ладно. У нас вариантов не так уж много. Сюда я буду ходить, тогда ну, паузу ставить и приходить. Поэтому пошлите к боссу.
Либо будем ходить через низ к боссу, через вот эту вверх подниматься, где оно? А, ну там. Да и все. Ой, бля. Так, а теперь у меня вопрос. А могу я их просто расстрелом сделать? Ха. О! Пиздец. Знал бы я, так бы бесстрашно там не стоял. Откуда я мог знать? Теперь знаю. Ну что, побежали туда. Ну, я, в принципе, смотрю, что за один такой пробег, ну, 5500, ну, 5600 дают. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте по одному. Как с вами по очереди сражаться? А я не знаю, а как? С ними просто по очереди никак не повоюешь. Это пиздец. Надо что придумать. Типа одного, окей, я могу легко убить. А второго никак. А меня черт этот взорвал. И там просто минус все души. Жопа. А я что-то вам забыл начать показывать, блядь. Я думаю, что какая-то херня. Херня какая-то происходит. Я не знаю, как вам их убивать. Я не знаю, я не знаю, не знаю, не знаю. Короче, народ, я сгорел, поэтому мы используем человеческую фигурку. И по идее на каждом боссе есть места с этим призывом.
И где? А, вот. Хорошо. Фелиция готова ебашить их? Надеюсь, да. Ясно. Фелиция, не спеши, не спеши. Я сказал, не спеши, тихо. Сука! Найс. Найс, найс, найс. Надо убивать, пока есть возможность. Пожалуйста, убивай их. Как? Я тебе помогу, помогу, помогу. Фу, живи. Фелиция, живи. Фу, ебать. Манать. Ну ладно, с помощниками... Короче, мы оставляем себе человечность чисто в тот момент, если мы не можем сами пройти босса. Хороший, конечно, пейзаж. Так, нам дали душу бойца крысиной гвардии, стража руин. Душа стража руин создана тюремщиком. У стража руин нет телесной формы. Это всего лишь дух, вселившийся в доспехи. Использовав душу стража руин, можем получить множество душ. Мы не будем это делать. Сколько у меня время? Еще время есть немножечко до того, пока я еще не ушел. Так, врата, вижу, одни есть какие-то. Странно то, что... Ладно, показалось. Показалось, что там дверь. Хотя, кажется, как будто дверь, да? Там, блин, тело валяется. А, вон дверь, вижу. Я слышу его за стеной.
Конечно, как вариант... Так, давайте сразу одену колечком. Косточка возвращения. Мы можем, в принципе, косточку возвращения использовать. Да и не мучиться. $45 000, это мне, ну, на 2 уровня. Не, все-таки я так подумал, ребят. Давайте, наверное, косточку возвращения. Как раз и закончим серию. А дальше потом уже продолжим исследовать данную территорию. Чтобы получить дуб характеристики от меча, мне нужно прокачать на 40. Кстати. А именно силу и ловкость. Так, давайте сейчас посмотрим, сколько у меня так урона. 198 плюс 117. А, у меня уже идет, да, прирост. Чуло полетели. По идее, это был необязательный босс. Ну, фиг знает. Все равно нам что-то за это дают, типа душа. Нихера. 6 уровней. Так, давай, подожди. Мне нужно нажать сюда. 125. Немножко увеличилось урон. Осколок титанита. Но здесь плюс еще это кровотечение дает. Не знаю, не знаю. Здесь мерцающий используется, а здесь обычный используется. На 4 удара хватает. Давайте я его заточу, думаю. Или пострел накупить. Ну, слушайте, один фиг, типа... Так, 198. 48, это по 13, да, прибавляет? 13, это мало. Я могу лук улучшить, да и все. В принципе. Хотя я тоже этого как бы не хочу делать. То, что я в этом не вижу смысла. Осколки. Тебе 800, давайте я тогда к это схожу. Кошки. Купить предметы не хватает. По 300, да. Ну, радужные камешки — это камешки, которые нам позволяют
себе дорогу помечать. Точно, а что я туплю? Подожди, у меня есть 17 косточек. Я могу все хилки купить. В натуре, что я туплю? Я лучше хил куплю. Либо человечность тоже как вариант. Давайте одну человечность куплю. И хилки. На все. То, что я говорю, человечность мне поможет в плане того, чтобы... Как оно называется? Призывать сущность, типа других, на помощь. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.